Развитие любого государства в 21 веке немыслимо без современного военно-морского флота, потому что он остается одним из самых мощных и эффективных инструментов внешней политики. Его геополитическое положение, обширность зон влияния, наличие ядерного стратегического оружия способны кардинально изменять всю ситуацию в мире. Вот почему строительство кораблей нового поколения для модернизированных военно-морских сил, которые обладают высокой живучестью, мощным универсальным вооружением, возможностями вести радиоэлектронную борьбу и разведку, стало главной задачей российских кораблестроителей. Открытое акционерное общество «Балтийский завод» первым в российском кораблестроении освоило производство боевого корабля проекта 11356. Проект разработан Северным проектно-конструкторским бюро в Петербурге. Без преувеличений, это один из лучших образцов современного эскортного корабля. Его длина 124,8 метра, ширина 15,2 метра, водоизмещение стандартное 3620 тонн, полное 4035 тонн. Осадка при стандартном водоизмещении 4,5 метра. При относительно небольших размерах фрегат представляет собой мощную, насыщенную боевую систему, несет разнообразное и хорошо сбалансированное вооружение. В его арсенале противокорабельный ракетный комплекс «Клап-Н», многоканальный зенитно-ракетный комплекс «Штиль-1», 100-миллиметровый универсальный артиллерийский комплекс, двухмодульный зенитно-ракетный артиллерийский комплекс ближнего рубежа «Каштан», 12-ствольная реактивно-бомбометная установка, торпедные аппараты, комплект боевой электроники. Такой корабль имеет высокие шансы выйти победителем из боя с любым современным противником – надводным, подводным, воздушным. Главное ударное оружие фрегата – противокорабельный ракетный комплекс «Клап-Н». Он предназначен для поражения в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия надводных кораблей различных классов и типов. Модульная установка вертикального пуска комплекса расположена скрытно под палубой и хорошо защищена, что обеспечивает ее высокую боеспособность. Крылатая ракета 3М-54Э несет боевую часть массой в 200 кг на дальность до 220 км. Немногие корабли этого класса обладают таким оружием. В стандартном варианте комплекс включает 8 фугасно-проникающих ракет 3М-54Э, средняя скорость которых 700 метров в секунду, минимальная высота полета на марше 20 метров, высота полета в режиме поиска цели 400 метров. На конечном участке траектории используется высокоскоростная боевая ступень с малой высотой полета. Возможно программное изменение курса полета ракеты на марше в диапазоне плюс-минус 180 градусов. Всю необходимую тактическую информацию «Клап-Н» получает от боевой информационно-управляющей системы требования «М» или от радиолокационного комплекса средства обнаружения и целеуказания 3C-25E, который ведет поиск надводного противника в активном и пассивном режиме.
В условиях хорошей радиолокационной наблюдаемости, типичной для южных широт, дальность обнаружения цели достигает 500 километров. Собранные данные о целях поступают в корабельную систему управления стрельбой, которая проводит предстартовую подготовку до 8 ракет с автоматическим вводом данных о маршруте полета и производит старт ракет от 1 до полного боекомплекта. Аппаратура корабельной системы управления стрельбой КСУС позволяет провести ручной ввод информации по целям, отменить старт любой или всех ракет залпа, произвести их аварийный выброс, проверять общую работоспособность системы, регистрировать данные об отказах и сбоях, работать в режиме тренировки личного состава. При наличии данных целеуказания весь комплекс приводится в боевую работу за 1 минуту. Предстартовая подготовка занимает от 5 до 12 минут, в зависимости от дальности стрельбы. Комплекс позволяет выбирать маршрут полета путем назначения пунктов поворота ракеты, а также задавать направление подхода ракет к цели. Стрельба производится одиночными пусками или залпами до 8 ракет по 1 или 2 целям. В зависимости от параметров качки корабля, интервал между последовательными стартами в залпе занимает от 2 до 10 секунд. В роли главного калибра корабля выступает 100-миллиметровый артиллерийский комплекс. Он предназначен для поражения морских и воздушных целей. Облегченная башенная арт-установка А-190Э является самой скорострельной на сегодняшний день морской пушкой среднего калибра. При двусторонней подаче боеприпасов она производит 80 выстрелов в минуту и обеспечивает эффективную дальность стрельбы до 20 километров. Боезапас 500 выстрелов. В состав комплекса входит система управления стрельбой «Пума». Она включает трехкоординатную радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения целей и оптико-электронный канал. Зоркие глаза «Пумы» способны осуществлять поиск, захват и сопровождение целей в автоматическом режиме. Также автоматически происходит приведение арт-установки в боевую готовность, подача боеприпаса, наведение на цель и производство выстрела. В аварийном режиме, без электропитания, наведение арт-установки на цель производится вручную с использованием оптического прицельного устройства. Зенитный ракетный комплекс «Штиль-1» играет главную роль в уничтожении ударной авиации противника. «Штиль-1» предназначен для всенаправленной коллективной и индивидуальной обороны кораблей и корабельных соединений от массированных атак средств воздушного нападения. В составе комплекса многоканальная система управления огнем в комплектации с 3 подсистемами, модульная пусковая установка 3С-90Э, боезапас из 24 зенитных управляемых ракет 9М-317Э, аппаратура стартовой автоматики. «Штиль-1» имеет 4 канала обстрела целей с наведением на каждую цель от 1 до 3 ракет. Зона поражения самолетов и вертолетов по высоте составляет от 15 метров до 15 километров, по дальности от 3,5 до 25 километров. Зона поражения противокорабельных ракет по высоте составляет от 10 метров до 10 километров, по дальности от 3,5 до 12 километров. При этом скорость цели может достигать 830 метров в секунду. Степень опасности и очередность поражения целей определяются автоматически. Также автоматически действует двухмодульная четырехканальная подсистема подсвета целей. Происходит выбор одного из радиопрожекторов,
которая разворачивается в заданном направлении и через одну секунду после схода зенитной ракеты облучает воздушного противника. Зенитный ракетно-артиллерийский комплекс ближнего рубежа «Каштан» возможно, лучший в мире в своем классе. Как и любой боевой комплекс корабля, «Каштан» способен действовать автономно, поскольку имеет командный модуль собственной станции обнаружения целей. В состав комплекса также входят два боевых модуля по правому и по левому борту, две системы хранения и перезаряжания ракет, 64 зенитные управляемые ракеты 9М-311Э и 2000 30-мм выстрелов. В отдельном погребе хранится дополнительный боезапас в количестве 4000 выстрелов. Комплекс обеспечивает надежное поражение низколетящих воздушных целей, в первую очередь противокорабельных ракет, нацеленных на борт фрегата. Комбинированное использование управляемых ракет и сверхскорострельной автоматической пушки позволяет ожидать и уничтожать средства воздушного нападения противника на нескольких последовательных рубежах обороны. Ракеты осуществляют перехват на дальностях до 7 километров, пушки до 3 километров. Поиск и уничтожение подводных лодок противника – еще одна сильная сторона нового фрегата. Классикой противолодочного вооружения являются торпеды. На проекте установлены два двухтрубных торпедных аппарата калибра 533 мм по правому и по левому борту. При этом, кроме противолодочных торпед СЭТ-65Э, аппараты могут применять и противокорабельные 53-65КЭ. Дальность торпедной стрельбы до 15 километров. Ввод данных в торпеду и пуск осуществляется дистанционно комплексом приборов управления стрельбой «Бурга». Имеется резервная возможность для производства выстрела вручную. В носовой части фрегата размещена надежная и эффективная 12-трубная реактивная бомбометная установка РБУ-6000. Эта система способна вести стрельбу либо противолодочными ракетами 90Р с отделяющимися самонаводящимися гравитационными снарядами, либо реактивными глубинными бомбами РГБ-60. Последний тип боеприпаса применяется также в целях противоминной и противоторпедной обороны корабля. Стрельба может быть одиночной и залповой. Боекомплект 48 единиц. Дистанционное наведение реактивной бомбометной установки осуществляет комплекс «Пурга». Уверенную борьбу фрегата с подводным противником обеспечивает комплекс средств обнаружения подводных целей, в том числе разработанная индийской страной гидроакустическая станция «Хамса». Эта станция предназначена для обнаружения, сопровождения и классификации подводных целей, для определения их координат и выдачи данных для целеуказания в комплекс «Пурга» и в боевую информационно-управляющую систему требования М. Чуткое ухо станции «Хамса» гидроакустическая антенна размещена в носовом бульбовом обтекателе корабля. Проектом фрегата предусмотрена возможность установки в кормовой части гидроакустической станции с гибкой протяженной буксируемой антенной. Систему вооружения фрегата завершает
палубный вертолет. Возможна эксплуатация двух типов машин – К-28 или К-31. Это совершенно разные боевые системы, как по назначению, так и по возможностям. К-28 предназначен для вскрытия подводной и надводной обстановки в заданном районе в короткие сроки. К-28 обеспечивает поиск подводных лодок в любое время суток в простых и сложных метеорологических условиях в районах, удаленных от корабля базирования более чем на 200 километров при волнении моря до 5 баллов. Вертолет К-31 предназначен для освещения воздушной обстановки на фоне моря, льдов или суши в нижней полусфере в диапазоне высот от 5 метров до высоты полета вертолета. К-31 расширяет возможности постоянно действующих сил разведки, используется в интересах зенитных ракетных комплексов и выдачи данных для целеуказания ударному ракетному комплексу «Клаб-Н». Машина всепогодна и способна действовать в любое время суток. Для эксплуатации вертолета фрегат оборудован ангаром и взлетно-посадочной палубой. Имеется соответствующий комплекс палубных устройств, светотехническое оборудование, аппаратура связи и обработки полетной информации, погреб авиационного боезапаса. Электронная начинка корабля сложна и разнообразна. С учетом вероятных боевых повреждений, фрегат должен иметь широкие резервные возможности по управлению всеми видами оружия, систем и механизмов. Центральным элементом, который обеспечивает общую координацию управления кораблем, корабельным вертолетом и наиболее полное использование боевого потенциала оружия и радиоэлектронных средств фрегата, является боевая информационно-управляющая система требования М, специально разработанная для установки на эскортных кораблях перспективных проектов. Система анализирует, отображает и документирует данные о тактической обстановке от различных, в том числе внешних источников, управляют средствами противовоздушной обороны с учетом прикрытия кораблей соединения, обеспечивает управление всеми комплексами ударного и оборонительного вооружения фрегата, самостоятельно формирует боевые задачи, исходя из анализа ситуации, определяет оптимальное количество ракетных или торпедных пусков и артиллерийских выстрелов, отображает информацию о состоянии боевых средств корабля, передает данные средствам защиты. Одна система способна решать задачи противовоздушной обороны для группы из 3 кораблей, может обрабатывать информацию о 250 целях одновременно. Одним из важнейших источников информации для боевой информационно-управляющей системы является двухканальная трехкоординатная радиолокационная станция «Фрегат М2ЭМ». Он обеспечивает освещение воздушной и надводной обстановки, автоматическое обнаружение надводных и воздушных, в том числе низколетящих целей, и измерение их координат. Автоматический захват и сопровождение цели. Выдачу информации системе требования М
аппаратуре радиоэлектронного противодействия, комплексу «Штиль-1» и 100-миллиметровому артиллерийскому комплексу. Для радиоэлектронной борьбы на фрегат поставлен комплекс радиоэлектронного подавления «АСОР», который осуществляет прием излучения чужих радиолокационных станций в широком диапазоне частот. В случае необходимости частота излучения станции противника будет точно установлена, и именно в этом спектре АСОР поставит помеху. Активное подавление эффективно действует на дальностях от 5 до 20 километров. В состав средств радиоэлектронного противодействия входит и комплекс помех ближнего рубежа ПК-10, имеющий 4 пусковые установки для радиолокационных снарядов. Это пассивные помехи. Корабль также оснащен современной аппаратурой радиоразведки, различными средствами связи и трансляции. Основной автоматизированный комплекс внешней связи CCS МК-2 и автоматическая телефонная станция разработаны и поставлены индийской стороной, полностью соответствуя современным требованиям и специфике боевого корабля, штурманское вооружение фрегата. В его составе инерциальная система навигации и стабилизации Ладога МЭ, индукционный ЛАК, система счисления и прокладки ТАПАС, гидрокомпас стандарт 20, магнитные компасы, навигационный эхолот, навигационная электронно-картографическая система ECDIS с комплектом штурманских столов, приемник сигналов навигационных предупреждений в системе «Навтекс». В интересах навигационной безопасности работает установленная на фрегате радиолокационная станция «Нуклеус-2-6000». Она представляет штурману подробное освещение навигационной обстановки в радиусе до 96 миль. Имеются средства спутниковой связи и навигации. Корабль обладает высокими мореходными качествами и значительным запасом непотопляемости, что давно стало отличительной традицией российского военного кораблестроения. Конструкция фрегата обеспечивает безопасное плавание, возможность поддержания хода и управляемости при любом состоянии моря. Боевое использование вооружения и технических средств без существенных ограничений обеспечивается при волнении моря до 4 баллов включительно, а при работающем успокоителе качки до 5 баллов. Обеспечивается непотопляемость корабля при затоплении не менее 2-3 смежных главных водонепроницаемых отсеков во всех случаях при водоизмещении от стандартного до полного. Главная газотурбинная энергетическая установка с суммарной мощностью на валах 56 тысяч лошадиных сил сообщает фрегату полную скорость хода 30 узлов. Дальность плавания на экономической скорости хода в 14 узлов и при наибольшем запасе топлива составляет 4850 миль. Все параметры работы корабельного сердца контролирует пост энергетики и живучести ПЭЖ. В электронно-механической боевой части фрегата 21 века широко применена автоматика, позволяющая принимать максимально верные решения и действовать наиболее эффективно как в штатных режимах плавания, так и в экстремальных, в том числе боевых условиях. На корабле установлены системы управления и контроля техническими средствами главной энергетической установки «Буря», система управления техническими средствами общекорабельных систем «Онега» и другая аппаратура.
Электроснабжение фрегата обеспечивает 4 дизель-генератора мощностью по 800 кВт каждый. Их работу контролирует система управления электроэнергетической установкой «Ангара». Корабль оснащен системой автоматического включения средств противопожарной защиты и стационарным комплексом аппаратуры радиационного контроля. Новый фрегат в полной мере отвечает своему предназначению. Корабль способен вести интенсивные боевые действия в океанских и морских районах против надводных кораблей и подводных лодок противника, отражать воздушные атаки, эффективно решать боевые задачи как в режиме одиночного плавания, так и в составе соединений. Фрегаты проекта 11356 выглядят именно так, как должны выглядеть корабли, которым предстоит доминировать в океане в течение ближайших десятилетий. Полученный опыт строительства новейших кораблей открывает акционерному обществу «Балтийский завод» в числе ведущих российских оборонных предприятий отличные перспективы для дальнейшей работы как на мировом рынке вооружений, так и в качестве исполнителя государственного оборонного заказа для военно-морского флота России.